Доброе оранжевое утро всем тем, кто начинает свой день вместе с телеканалом Мэнск 49. Сегодня в студии Стас Чебриков. Доброе утро. И Лена Илюшина. С большим удовольствием поздравляю всех тех, кто хоть как-то относится к миру иллюзионистов, потому что сегодня ваш день, сегодня праздник, Всемирный день иллюзиониста. Ты пробовал когда-нибудь показывать фокус? Да, пробовал. Какие, карточные? Нет, вот. О, ну это хороший уровень, у меня даже такое не получается. Ну а сегодня у нас в гостях профессионал, и он уж точно нас удивит. Михаил Хам, доброе утро. Доброе утро. Михаил Хам – опытный иллюзионист, чемпион России по фокусам и блогер с 4-миллионной аудиторией подписчиков в социальных сетях. Любовь к магии появилась вместе с любовью к книгам про Гарри Поттера. Своими фокусами удивляет мировых звезд магии и представителей российского шоу-бизнеса. Михаил, во-первых, конечно, с праздником вас. Спасибо. И сразу такой вопрос, ведь в искусстве иллюзионистов есть разные подразделения, да, какие-то. Вот вы к какому относитесь? Я бы сказал, если делать аналогию с музыкой, что есть разные подразделения музыки, то рок, вы панк, рэп, да? Ну, хотелось бы быть, но, скорее всего, я меломан, то есть мне нравятся разные направления, и беря различные номера из разных направлений, я уже что-то сочетаю, и происходит такая... Так, Михаил. У вас есть красивая помощница? Красивая помощница, к сожалению, нет. Которую вы распили. Поэтому, если вы смотрите, одинокая, богатая женщина... Богатые не согласятся. Шучу, можно не одинокую. Чтобы их распиливали. Как вообще вы пришли в это искусство? Это довольно-таки знаменитая история. В детстве, когда мне было 11 лет, я прочитал книжку про вселенную Гарри Поттера. Меня это так вдохновило, что на свое 11-летие я жаждал получить письмо из Хогвартса, да, да. Но мне пришла книжка по фокусам, и это каким-то образом помогла мне познакомиться с миром магии. Ну, то, что близко к реальности. В реальности мы понимаем, что нету вот реальной магии, но есть хотя бы вот что-то это подобное. Возможно научиться по книге? На самом деле это очень сложно, потому что у ребенка, когда он читает текст, тебе нужно, во-первых, это все прочитать, потом визуализировать все про себя. То есть, условно, там есть текст, нужно взять предмет, при этом, чтобы зрители не заметили, убрать это все в карман, и тебе нужно это как-то визуализировать, тогда не было интернетов, не было тиктоков там и так далее. И это помогало развить воображение, но при этом это каким-то образом познакомило меня с миром магии. Потом уже появился интернет, появился форум, появились другие ребята, с которыми мы познакомились, начали обмениваться опытом. То есть по видео все-таки проще? По видео проще, да, но все-таки, когда ты читаешь по книгам, это такой, знаете, фильтр, который помогает тебе все-таки понять, это твое или не твое. Потому что если тяжело, и ты все-таки пытаешься пробиться через эту стену, значит, все-таки ты жаждешь. А на одноклассниках тренировались? На одноклассниках, да, конечно, это были мои самые первые зрители, самые первые, самые честные зрители, во-первых. То есть они, если видели, они кричали, что «Миш, вон!» Да. Но благодарные? Радовались? Когда все получалось, да, разумеется. Но на первое время это, конечно, было детские трюки, детские реакции. И, ну, а какая-то школьная постановка, где вы как маг одет? К сожалению, либо к счастью, надеюсь, этого не было. Мы уже достаточно поговорили. Хотим быть обманутыми. Да, начинайте. Хотели быть обманутыми. Давайте мы сделаем такой эксперимент. Я покажу карточный трюк. Это довольно-таки простой фокус. Возможно, вы видели же до этого карточные трюки, тем более вот вы спрашивали у Стаса. У меня есть колода карт, все карты разные, я покажу вот здесь вот на камеру. И вам нужно будет выбрать одну карту любую. Вот давайте с вами попробуем. Давайте. Я буду пролистывать, где хотите, просто скажите стоп в любом месте. Стоп. Вот здесь? Возьмите карточку. Да. И давайте, чтобы все было честно, чтобы я ее не подменил, у меня есть вот такой маркер, и можете на лице карты расписаться. Скажите, где лицо карты? Лицо карты – это где вот здесь. Цифра? Вот здесь, понятно. Вот, да. Прям расписать? Да, автограф просят, ты посмотри, какой способ интересный. Да? Такого еще не было. Отлично. Так, я слежу, чтобы… Да, все расписалось. Все, да. Супер. Будь добр, закрой, пожалуйста. Так. Отлично, давайте карту. Вот смотрите, что вы сделали. Что? Во-первых, вы испортили карту. Во-вторых, сделали ее уникальной. То есть в мире больше нет таких девяток пик с такой подписью. А ничего, что вы видели? Суть фокуса не в этом. Я уже видел этот фокус, поэтому все нормально. Фокус заключается в том, чтобы найти ее необычным образом. Вот смотрите, карта уходит куда-то в серединку, плюс-минус, вот сюда. Да?
я положу колоду пока на коробочку. И для этого мне потребуется мое кольцо. Ты следишь? Волшебное кольцо, да? Волшебное да. кольцо. Ну, на первый взгляд, обычное. Пожалуйста, возьмите кольцо. И распишитесь на нем. Посмотрите, что оно обычное. Не крутится, не вертится, не ломается. Вроде не крутится, да. Все супер. Да, обычное кольцо. И мне потребуется вот такая кусок салфеточки. Я взял с вашей студии. Давайте мы сделаем вот так. Но положите, вы верните потом. Положите, я постараюсь, положите кольцо на салфетку. Вот, примерно в середину, отлично. Смотрите, чтобы все было честно, я покажу на камеру, что сверху нету вашей карты. Давайте вот так покажу. Нет, не ваша? Нет. Не ваша карта. Снизу, какая у нас? Руки будут не ваши, да? Смотрите внимательно. Вам нужно сейчас просто представить вашу карту. Я попробую показать вот так. И визуализировать ее максимально явно. Договорились? Угу. Какая была карта? Девятка? Пик. Девятка, пик. Все, внимание на колоду. Смотри, он нашу салфетку сжег. Так и знал. Смотрите внимательно. Вот можете чуть поближе пройти. Вам видно? О! Да ладно! Колода прожигается через всю колоду. Так. Но она останавливается где-то на середине. Давайте мы посмотрим. Вот здесь. Угу. Вот здесь, да? Какая была у вас девятка пик именно с этой подписью? Дайте, пожалуйста. Возьмите на память. Вместо сожженной салфетки. Слушай. Михаил, слушайте, иллюзионист это... Я сейчас объясню, почему я назову это неблагодарной работой. Ведь всегда же зрители пытаются уличить вас. Ведь наверняка же они смотрят, где тут обман. Да, но в этом и заключается мастерство иллюзиониста, чтобы сделать так, чтобы зритель отвлекся на секунду, чтобы он забыл про то, как устроен фокус, и просто насладился. Но сложнее, я думаю, работать, выступать вот в таких, да, в небольших помещениях, где вы на виду, нежели когда вы на сцене. Там есть свои плюсы и минусы. Например, когда мы показываем фокусы, это называется микромагия, когда это фокус на расстоянии вытянутой руки. Вот сейчас это микромагия? Да, да, да. То есть, когда мы непосредственно вблизи. Там сложность заключается в том, что вы смотрите близко, возможно, вы сможете что-то увидеть, и так далее. На сцене там, с одной стороны, это проще, потому что вы смотрите далеко, что-то можно сделать незаметно, но при этом очень сложно потерять фокус внимания публики, когда зрители видят что-то, что там далеко происходит, что-то неинтересное, все пока. Да. Поэтому есть свои плюсы и минусы, и нужно разграничивать их. Ну а как же быть с тем, что практически все фокусы уже раскрыты? В интернете полно видео, где объясняется тот или иной трюк. Ну, это как, знаете, говорить, что человечество уже знает все 7 нот. И зачем создавать новые песни, как создавать новые песни, но при этом новые песни создаются, они становятся хитами и так далее. В фокусах все то же самое, есть определенные 7 трюков, 7 базовых эффектов, сочетая которых можно создавать что-то новое. То есть все-таки вы создаете? Да, разумеется. Вот касаемо угадывания, вы когда смотрите выступления других иллюзионистов, вы угадываете? Как это? Вот как тот или иной трюк? Я уже на самом деле смотрю не с точки зрения угадывания, потому что уже такая большая насмотренность, что понятно, как делать этот трюк. То есть вы, в принципе, знаете, да? Да, я смотрю это больше как профессионал, то есть с точки зрения режиссуры, какая музыка используется, как он выходит, как он говорит. То есть мне сейчас это более важно, и исходя из этого, если смотреть под таким углом, то пользы гораздо больше, на самом деле. Я вот не знаю, как эта система работает. То есть есть некие, как скажем, общие базовые трюки, да, как вот опять же вот то, как я сказал, банально распиливание женщин. То есть, придумывают ли иллюзионисты свои авторские трюки? У вас вот есть вот что-то авторское? У вас прямо вот вы придумали его, и это он ваш. Да, есть. Есть один номер, который завирусился в интернете в свое время, во времена ковида, когда все люди сидели в интернете, я завел интернет-страничку в социальной сети. Есть такой номер, когда я беру лист А4, сворачиваю в несколько раз, беру ножницы и врезаю там... Снежинку, видимо. Как снежинку, да, но только силуэт известной личности какой-то. Там Егора Крида, Джонни и так далее. Это настолько сильно завирусился, что потом меня пригласили на отдельное шоу со звездами, где они попросили вырезать их. Там записали разные реакции, и вот как-то так этот номер выстрелил прям очень сильно.
А вы по профессии вот кто? Видимо, художник. По профессии, я не знаю, у меня нет профессионального образования, то есть я самоучка, это все... Ну, то есть вы, сам... нет там, что вот выучился на бухгалтера... Экономист. Я выучился вообще на математика, поэтому... Мы рядом, рядом Вилли. Да, я знал, что с цифрами что-то помогает как-то вот... В фокусах, наверное, нет, это больше помогает в работе, потому что... Это склад ума же. Когда мы учились, да, это больше помогло структурировать какие-то мысли, и, например, в делах, когда сейчас особенно очень много работы... Работа с туром, работа с рекламодателем и так далее. Важно структурировать все, разградировать, что важно, что не важно и так далее. И это во многом случае образование помогло. А создавая свое выступление, даже шоу, да, мы говорим, все роли вы выполняете? Режиссер-постановщик, и, там, не знаю, хореограф и музыкальное сопровождение? Нет, у нас большая команда. У нас есть режиссер, который народный артист России. Он, по-моему, даже подавался в номинацию на «Золотая маска» называется. Есть такая? Да, вот, да, да, да. Где взяли? Потом номерочек вам дам. Секрет фирмы пока. Есть продюсер, есть рекламодатель, есть менеджер, который занимается всем этим, потому что очень важно делегировать эти дела, чтобы сосредоточиться непосредственно на продукте. Вы команду собирали или все-таки вас кто-то заметил? Импресарио некий продюсер. Нет, это скорее всего была такая общая работа. Когда мы только начинали, нас заметил продюсер, и продюсер тоже только начинал, и вот со временем мы развились до такой большой команды. А сколько ваша команда сейчас человек? Наша команда состоит из 4 иллюзионистов, из 2 продюсеров, из менеджера, из звукорежиссера и из технического директора и режиссера. Пахнет иллюзией обмана. Иллюзия обмана. Иллюзия обмана, да, но при этом на сцене только 4 человека, и кажется, что все зависит от них. На самом деле за кулисами работает большая команда, благодаря которой... Поговорим об этом чуть попозже, сейчас прервемся. Посмотрим, что приготовили для нас корреспонденты телеканала Энск-49. Не переключайтесь. Доброе оранжевое утро всем тем, кто только что к нам присоединился. Сегодня мы говорим о фокусах, об иллюзии, и в гостях у нас профессионал Михаил Хам. Михаил, перед тем, как мы перейдем к разговору о вашем шоу, давайте еще раз нам докажите, что вы не один только фокус будете показывать. Ну давайте, я как раз покажу трюк, который отличается от того, что вы увидели. Это карта, это ловкость рук, отвлечение внимания, что такое. Да, как говорил великий Майк Копян. Я покажу трюк, основанный на психологии. Вот давайте с вами попробуем. Давайте. Играли в настольные игры когда-нибудь? Да, конечно. Ну, в нарды, там, в... Покер. Покер настольная игра это у нас? Для нее, да. Вот смотрите, есть такая кость игральная. Вам знакома она, думаю? Да. Сколько цифр должно быть на игральной кости? Ну, от 1 до 6. От 1 до 6. Возьмите игральную кость. Да. Можете покрутить, посмотрите, что все цифры разные. От 1 до 6. Да, вижу, действительно, цифры разные. И я сейчас отвернусь вот таким вот образом. Вам нужно будет выбрать цифру от 1 до 6, поставить ее сюда и накрыть сверху ладошкой. Так, чтобы цифра была сверху, чтобы вы смогли, если что, показать. Сверху, да? Да. Понял. Да. Чтобы я не видел, главное, все, смотрите, я отворачиваюсь. Цифру от 1 до 6. Есть. Накрыл, да, все. Все, могу поворачиваться? Да. Отлично. Кто вы по гороскопу? Давайте. Дева. Дева, дева. Вы знали, что она дева? Вы знали, что она дева? Конечно. Реально знали? Конечно. Вот можете считать от 1 до 6 вслух, чтобы я слышал. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, отлично. 1, 2, 3, 4, 5. Просто я не знаю, по статистике дева обычно первую цифру 6 выбирает. Цифра 6 у вас, скажите честно? Чё к чему? Да, реально цифра 6. Но это статистика. Это статистика плюс астрология там и так далее. Давайте так, покрутите сейчас кубик, выберите другую цифру. Либо можете оставить эту цифру, потому что дева обычно выбирает снова ту же самую цифру. Не буду оставлять. Отлично, я не смотрю. Какой. Есть? Сейчас, секунду. Сейчас сломаем всю статистику. Так. Поворачиваюсь. Да. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ага, отлично. Сейчас можете называть цифры, ну, просто наугад в разном порядке. Там 6, 4, 2, 3. 2, 4, 6, 5, 1, 3. Ага, и дальше, дальше. 1, просто продолжайте. 2, 4, 5. Ага, 6. Просто такая штука, что вы когда цифру 4 называете, вы плечо поднимаете. Цифра 4 у вас, скажите честно. Иди за собой, Да, это цифра. Реально цифра. Все, я не играю с Михаилом. И если он попросит что-то ему подписать, я ничего не буду подписывать. Иди, если он спросит, кто по знаку зодиака, я. Я буду врать, да. Михаил,
Ну, не знаю, как это вообще учите. Ладно, давайте. То есть психологическое образование, видимо, да? Нет, это больше психологические аспекты, замечая которые, можно показывать фокусы. А что там, красный крокодил, там яблоко? Красный крокодил, это можно даже сыграть с нашими телезрителями. Вы можете отвечать на вопрос. Я буду задавать 3 вопроса. Просто отвечайте честно. Вот какого цвета снег? Белый. Какого цвета холодильник? Белый. Что пьют коровы? Воду. Воду, да, но некоторые по статистике молоко. Говорят, да, молоко. А-а-а. То есть мне важно создать условия, благодаря которым вы попадаете в эту психологическую ловушку и выбираете то, что мне нужно. Ну здесь-то. Здесь то же самое, но мы реагируем на ключевые слова. Подвело, плюс мы смотрим на язык тела и так далее. А-а-а. И благодаря этому можем читать. Бывают ошибки? Да, да. В этом и суть, то, что в ловкости рук, как правило, ошибок нет, потому что контролируется все руками, все пальцами, а здесь у нас в психологии все-таки не точная наука, и бывают небольшие такие... Сразу вопрос, Михаил, вы женаты? Нет. Понятно, я хотел сказать... Понятно, почему ты... Кольца нет. Да, кто согласится, что ты... Чтоб тебя читали. Где деньги с карточки? Потеряла. Плечом дернула, 4 шубы. Да. Давайте, Михаил, про шоу ваше поговорим, давайте. Которое 7 апреля. Да. Где, да. Кстати, давайте. Это шоу «Никаких секретов» в кинотеатре «Маяковский». Угу. Во-первых, сколько вы шли к этому шоу? Когда вы поняли, что уже достигли пора. Того уровня, да, что можно уже... А ты так спрашиваешь, может, это не первое шоу? Тогда хорошо. Это второе шоу в Новосибирске. Угу. Первое шоу было в 22-м году, вроде как. И с 22 по 24 год мы очень резко апгрейднулись, так сказать. Угу. Мы слетали. Прокачались. Очень сильно прокачались, потому что за эти 2 года мы поняли, как собирать крутое шоу. Угу. Мы очень круто насмотрелись, мы летали в разные страны, смотрели у них, мы слетали в Макао. А где круче всего иллюзионисты? Самые крутые иллюзионисты это в... Я сейчас не буду лукавить. В Новосибирске. В Новосибирске. Вообще самые крутые иллюзионисты в Германии находятся. Это знаменитые близнецы, братья Эрлих, их зовут. Мы слетали туда, посмотрели, как они делают, как у них поставлена режиссура. После мы слетали в Макао. Макао это город. Почему именно Макао? Это город, в котором строится самый крутой реквизит для фокусов. То есть там закупаются... Лазерное шоу? Да, все известные иллюзионисты. Дэвид Копперфильд, Крис Энджел и так далее. Почему именно Макао вдруг? Ну, это Китай, да. Как бы... Специализация. Специализация, да, там очень крутые инженеры, мы слетали туда, закупились самыми крутыми иллюзиями, которые в России, возможно, даже в странах СНГ еще не были показаны. То есть это будет шоу-премьер, да, вот в мире иллюзий? Да, 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 именно такое шоу. Плюс мы поставили себе амбициозную задачу, мы не просто показываем фокусы, то есть выходит один человек, показал трюк, да. Выходит второй человек, мы наняли опять-таки режиссера, в котором прослеживается общая канва на шоу. То есть это вот прямо шоу? То есть такой мини-спектакль с шоу, с фокусами, плюс у нас была задача раскрыть секреты, как показываются фокусы, точнее не как показываются, а как устроены трюки. А, так вы будете показывать трюк, еще и объяснять. Мы будем показывать и объяснять не именно, как устроен трюк, а в чем состоит концепция магии, в чем состоит концепция трюка, на чем она строится. То есть, грубо говоря, мы будем говорить не как правильно петь, а мы будем рассказывать про ноты. Но это же, так как это сцена большого шоу, то есть это будет не с картами. Нет, это будет не с картами, но при этом с картами все-таки там... резать кого-то будете. Резать будем, да, обязательно. Но не поперек, а вдоль. Причем мы сделали такую иллюзию, что, как правило, иллюзионисты распиливают свою ассистентку, мы же будем выбирать... человека из зала. Не подсадного. Не подсадного, да. Человека из зала и распиливать его. То есть это в... А вы так пробовали уже? Пока нет, в Новосибирске это будет пример. Сейчас кто-то вздрогнул, кто уже купил билеты. Может, все-таки не я, да. Михаил, покажите еще что-нибудь. Давайте мы попробуем показать один эксперимент. Пилу не взяли, потому что... Пилу не взяли, да. Смотрите, я попробую показать, объединить 2 трюка, которые я показал. Гарри Поттер, смотри, вдохновитель. Да, первый трюк я показал с картами, второй это был больше психологический номер. А это? Это будет объединение психологии и ловкости рук. То есть на шоу мы это более красочно разовьем. Смотрите, у меня есть карточки, но не игральная колода, а с разными знаменитостями. Все это игра в шарже. Ну, давайте я вот покажу вам. Ну, кто? Назови, Лен. Шерлок Холмс, Человек-паук. Никулин даже там, Гагарин. Юрий Гагарин, Остап Бендер. Карлсоновой. Если знают наши телезрители, кто такой Остап Бендер. Я покажу сюда. Вот на камеру прям крупно.
Челентано, я вижу. Челентано, да. Это карточки 90-х, если что. Тут нету знаменитых там Влада А4 и так далее. Это то, что Михаилу на Новый год в 11 лет. Да. Вот смотрите, нам нужно сделать ограниченный выбор, поэтому давайте так, чтобы вы не думали, что вы подставная, чтобы наши телезрители не думали, что вы подставная. Я буду пролистывать, где хотите, просто скажите стоп. Стоп. Вот здесь, да? Вот смотрите, чтобы никто не видел, чтобы Стас тоже не видел, возьмите карточку и подсмотрите, да, сами подсмотрите, что за карточка. Я отвернулся. Так. Есть? Все супер. И уберите, знаково. Уберите куда-нибудь. Да. Чтобы если знаково. Лена Илюшина на карточке? Это было бы прикольно. Да? И вставайте, положите сюда колоду, и мне потребуется вот такой реквизит. Это вот такая масочка. Можете, пожалуйста, взять ее. Эти маркеры уберу. Что сделать? Надеть? Да, просто посмотрите, что через нее ничего не видно. Прям там отклеивается. Я посмотрю, наклеечка. Там у нее эти реснички сейчас. Губы, ты прически. Губами проверяешь. Конечно. Да, ничего не видно. Да, и есть возможность вам надеть эту маску на себя. Там отклеивается липучка. Если есть возможность у нас. Ладно, потом тебя подкрасим. Так, сейчас. Липучка, я вспомнила знакомое слово. Да, ага. Так. А вы мне это... Я помогу вам, Елена, да. Поспособствуйте. С великим удовольствием давайте. Не туго? Нет. Нормально? Да. Все. Как я выгляжу? Нормально. Идеально, просто идеально. И можете подсесть чуть-чуть поближе ко мне, чтобы все было честно? Чтобы она не упала со стула, она же ничего не... Супер, супер. Повернитесь чуть сюда, вот так вот. Так, нормально у нас? Сейчас. Очень странно я себя вот чувствую, конечно. Да, я тоже. Все, супер. Немножко потерял. Сейчас главное, не двигайтесь. Можете вытянуть правую руку вверх. Правую руку вверх, сожмите в кулак. Супер. И держите вот таким вот образом. Смотрите, сейчас вы будете кое-что чувствовать. У вас закрыты глаза, мы ограничили ваш диапазон зрения. Вы помните персонажа, которого вы выбрали? Конечно. Помните. Вот смотрите, чувствуете касание здесь? Да. Чувствуете здесь? Да. Чувствуете здесь? Такое странное. Здесь? Здесь? Да-да-да. И так далее. Смотрите, по моей команде вам нужно будет считать от одного и так далее. Договорились? Вслух? Вслух, да, по моей команде главное. Mm-hmm. Но как только вы будете чувствовать касание, здесь, здесь и так далее, вам нужно будет делать глубокий вдох, выдох и на пару секунд остановиться. Как много условий, я все забыла. Как только выдохнете, как только чувствуете касание, просто выдыхайте, остановитесь на пару секунд и продолжайте дальше. Договорились? Продолжаем. Не сначала, а дальше. Да, просто продолжайте. Пока понятно все, да? Наверное. Сделайте глубокий вдох, и мы начнем. Руку можно опустить. Ага. И начинайте считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ага, отлично. Мне как раз нужно было 20 секунд, чтобы вы посчитали, чтобы я понял, как вы мыслите. Как светло. Смотрите, когда вы считали, вы что-нибудь видели? У вас были закрыты глаза? Закрыты глаза? Нет, ничего не видела. А персонажа какого-нибудь, которого у вас в голове? Нет. Нет, но вы помните его, вы не забыли его. Мне нужно было именно 20 секунд понять, как вы считаете, как вы мыслите. Можете представить его, как будто бы он стоит между мной и вами, как его силуэт отчетливо все начинает все явно и явно прочерчиваться, прям вот, ага. Есть какая-нибудь фирменная картинка его или фирменный жест, там, например, если... Есть. Если Майкл Джексон, то это там лунная походка, там, если Гарри Поттер, то палочка. Есть, да? Да. А сейчас можете просто... Показать? Просто про себя это сделать. Про себя. Ага, про себя сделать этот жест. Что-то вроде... Что-то с лицом, да, связано? Что-то с лицом. Что-то с лицом, что-то вот ближе к нижнему, к нижней части. Это высунутый язык. Да, это Альберт Эйнштейн, да? Альберт Эйнштейн. Что-то с лицом? Как? Да, нет, не надо говорить как. Михаил, сходим на шоу. Да. Сходим на шоу, узнаете. Надо будет, да. Но скажите, на шоу уже это все-таки будут большие, глобальные какие-то... Да, да. Это распиливание женщины, метание ножей, это телепортация из одной части зала в другую часть зала. Это будет...
номер Гарри Гудини. Кстати, почему день иллюзиониста именно в этот день? Потому что в этот день родился известный иллюзионист Гарри Гудини. Это его день рождения, и мы отдаем дань ему. Мы нашли старые чертежи его номера, и мы будем освобождаться из смирительной рубашки в цепях и показывать это. Михаил, все, не рассказывайте. Кто захочет, тот придет, и пусть Лена в себя приходит. Да? И спасибо вам, конечно, большое, что вы к нам сегодня пришли. Спасибо, что позвали.